Кабарджоба, хочу обратиться к грузинскому народу, а в первую очередь к грузинской власти. Сегодня стало известно, что Россия сняла экономические барьеры и санкции на грузинское молоко, вино и так далее, для того, чтобы завоевать лояльность Грузии в войне Украины с Грузией. Я всем хочу грузинам, я сам грузин, напомнить, что когда вероломно Россия нападала на Грузию, Украина сразу же, не считаясь со своими экономическими потерями, оказала всю необходимую помощь, дала вооружение, военных инструкторов для того, чтобы поддержать свой дружеский народ, свой братский народ. Так вот, это ответ Грузии. Вы считаете, это нормальный ответ Грузии по отношению к Украине, когда Россия напала теперь на Украину? Пожалуйста, грузинский народ, я вас верю. Разберитесь со своей властью, решите этот вопрос, потому что такое предательство и нож в спину мы не хотели бы увидеть со стороны грузинского народа. Мне может стать не просто, я всегда гордился тем, что я грузин, живу в Украине, нахожусь здесь при власти, а сегодня мне по-настоящему стыдно.